Хэллоуин 2019, новый скин Демоник и также несколько новых карт. Всем привет, друзья, с вами BigTanks, и сегодня у нас будет интереснейший видос о Хэллоуине, который скоро будет в Танках Онлайн. Друзья, на моем втором канале вышло новое видео по очень классной игре, переходите по ссылке в описании, поддержите меня, потому что это первый ролик за долгое время, я давно играю в игрушку и только сейчас вот решил записать, переходите, также для вас будет конкурс на 20 контейнеров. Если хотите поучаствовать и получить 20 контейнеров, то переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под последнее видео и в комментариях пишите свой игровой никнейм. Ссылка на канал в описании. Жду вас и надеюсь на вашу поддержку. А как скоро, спросите вы, 31 октября, начало Хэллоуина, начало празднования в Танках Онлайн. И, я думаю, что все понимают, что Хэллоуин — это самый лучший праздник в Танках Онлайн. Самый прям лучше Нового года и всех остальных праздников. Мы с ребятами вот собрались на ночной карте ХЖ-ВЖ-шечку рубануть, вспомнить, как это было, такая ночная карта. И, в общем-то, примерно предугадать, что же у нас будет скоро. Разработчики видеоблоги упомянули, конечно, рассказали, что вот так-то, так-то. Скоро Хэллоуин, у нас там будут какие-то ракеты такие метеоритовские. Хэллоуин 31 числа, и я, кстати, катаюсь вот так символически, да, в Жиге Демоник, вы, наверное, видите. И на превью вы тоже увидели Демоник, да, и мне кажется, что по... Вообще, что вообще будет на Хэллоуин? Мне кажется, что будет Хорнет Демоник, потому что, по идее, если Демоник Жигу добавили, и... Было бы, конечно, круто получить какой-то корпус Демоник линейки, потому что, чтобы дополнить, так скажем, вот этот вот, весь вот образ страшный хэллоуинский. И, в общем-то, ждем Хэллоуин Демоник. Я думаю, что будет либо он, вот, кстати, вот и Демоник, либо же Васпик, ну, либо Викинг. Но мне кажется, что будет Хорнет. Тоже напишите в комментарии, как вы думаете. По поводу голдов. Как вы думаете, сколько будут голды? Мне кажется, что в этот раз разработчики сделают, ну, точно минимум x20, потому что, ну, будет неправильно, если будет меньше, будет очень стыдно для разработчиков пожалеть x, там, 20 золотые ящики, это 100% они будут, но есть вариант и шанс того, что их будет немножко больше, там, x21, ну, или там x25 или x30, ну, короче, что-то должно быть классное. Во всяком случае, это праздник, который ждут просто все игроки Танков Онлайн. И, собственно, я тоже не исключение, я очень сильно жду. Прям вот мега жду, я отсчитываю дни, у нас сегодня 14 число, скоро 31, и будет, рубилово. Будет карта в игру добавлена, надеюсь, что разработчики не будут снова добавлять одну и ту же карту. В последнем видеоблоге я заметил такую фразу, то, что разработчики сказали, что на одной из карт будут падать... Метеориты, которые в форме ракеты, да? То есть на одной из карт, по идее, будет несколько, две или три карты праздничные. То есть в этот праздник, скорее всего, мы будем играть не на одной карте. Ну да, ракета прикольно, красивая текстура, елка была, стала ракета, класс. Но я бы очень сильно хотел, чтобы вернули те же тыквы, там какие-то, или какую-то новую текстуру, ну или просто хотя бы тыквы, и просто чтобы ловили. Либо чтобы ракеты падали там, ну, контейнер в ракете был. Ну, то есть, чтобы они не постоянно сыпались, и было интересно ловить обычные голды и подсадки. Ну, короче, тактики, старые добрые тактики, которые были в 2016 и в 2017 году. По поводу режима. Режим зомби, как я уже, не знаю, уже год, наверное, рассказываю в своих видосах. Режим зомби, и все никак разработчики не могут его добавить. Я уже столько рубрик записал с этим зомби, но в профилях у всех игроков появился новый режим в рейтингах. Это осада, я думаю, что, ну, кто-то видел, кто-то не видел, то, как бы, у нас появился режим в рейтингах, которого нет в игре. Вот кидается золотой ящик, и вот она интрига. Все съезжаются, смотрите, там подсадки какие-то, хоп, рубилово, все мочатся, и я отжимаю этот голд. Ну, понимаете, да? Вот это, вот ради чего хочется играть на Хэллоуин, вообще ловить голды, играть в танки онлайн, а не ради того, чтобы дождаться, как что-то бах на карте из ниоткуда, типа ты смотришь, летит, бах, все убивает, и просто какой-то чувак подъезжает и забирает то, что упало с неба, и либо тот, кто на голде стоит там с дроном, либо читер, который летит. Новая карта на 3 дня, x30 голды, скин Демоник, голды, которые не ракеты, которые я придумал.
Ну, вроде все. Что-то, походу, я обнаглел. Короче, я тут рассказывал то, чего я хочу. Потому что все, вот все сейчас читают и думают так же, как и я, что было бы круто вот добавить то, что я сказал в видео. Поэтому я очень сильно надеюсь, жду, но почему-то что-то мне подсказывает, что этого всего не будет. Если вот мое предчувствие окажется верным, то я очень сильно расстроюсь и просто буду плакать на Хэллоуин в подушку. Слушайте, ребята, голд здесь, почему все уехали на Рубилово, а тут просто один голдик падает, второй голдик падает. Все поехали куда-то непонятно куда. Давай, Жига, Васпик, забирай, забирай, я вот этот туда заберу. Забираем по голдику. Эй, ара, чепчик, это мой голдбик. Ты куда поехал? Ясно, понятно, бан тебе. Ждем Хэллоуин 2019. Давайте хэштег лучший Хэллоуин 2019. Или хэштег не испортите Хэллоуин 2019. Ну, в общем-то, прям очень-очень сильно топим за этот праздник, потому что время еще есть, и у разработчиков есть еще возможность сделать нам классный праздник, а у нас есть возможность понадеяться. Поэтому все. Ребят, на этом будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Big Tanks. Всем удачи. Всем пока, друзья.